такой вот цвет у нас красивый. Материал сам фарбы фирмы Фейда. Это перламутровый материал с добавлением песчинок. Для начала у нас подготовленная поверхность должна быть хорошо шпаклеванная, без трещин, без ничего. Идеально подготовленная под покраску. Огрунтованная грунтовкой. Дальше идет подложка. Краска матлатекс. Окрашенная уже, заколерованная. И затем уже будет перламутровый декор. Будем приступать. Я наносим маковицы. Постараться надо как можно толще. Без пропусков. Наносим крест-накрест. Если какие-то там небольшие потеки или холмики такие образуются, ничего страшного. Все пойдет в пользу. Покрытие наносить будем один раз, поэтому никаких пропусков делать не позволительно. Первую растушевку нужно сделать еще, когда материал такой довольно сырой. Быстро-быстро, мягкой кистью, направление кисти зависит от того, какой вы рисунок хотите получить в дальнейшем. У нас хаотичные барханчики, поэтому я растушевываю материалы в разные стороны. В уголочках аккуратно собираем все капельки. Если вы хотите получить рисунок такой вот именно с мазками кистей, то первую растушевку не обязательно делать. Ну и окончательная растушевочка материала. Нам кисточку понадобится высушить и прочистить, чтобы она не развозила, а уже создавала рисунок. Материал у нас еще двигается. Создаем барханчики. Как дирижер, машем рукой во все стороны. Кое-где попадается мусоринки, желательно убрать. Уже барханчики сформированные, уже нет у них полосатых от кисти мазочков. И продвигаемся дальше быстренько.